присутствовал на торжественном построении и 104-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин. В День Победы он раскрыл секрет своего долголетия. Самый старейший фронтовик Челябинской области ведет здоровый образ жизни и ежедневно употребляет мед. И в канун Дня Победы ветеран открыл пчеловодческий сезон. Михаил Резепин после зимы впервые осматривает пасеку. Ветеран-пчеловод в четвертом поколении. Пасеки были у его прадеда, деда и отца. У меня прадед, дед, отец. И я занимаемся все время. Я уже говорил, каштатский. Так у нас вот эти вот полята были все медоносные. А смотрите, сейчас только тут одни липы остались. Сейчас на пасеке ветерана Михаила Резепина 15 ульев. Работы с пчелами пока немного, насекомые только просыпаются после зимней спячки. Самое время навести порядок на участке. Все это Михаил Константинович тоже делает самостоятельно. Неунывающий характер. Занятие пчелами, занятие садоводством. Ну, я думаю, что в этом весь секрет. Стихи пишет, басни. Английским увлекается. Свой первый улей Михаил Резепин получил в подарок от отца в 1946 году, когда тот вернулся с фронта. Семье удалось сохранить пасеку в Челябинске даже в годы Великой Отечественной войны. Хотели оставить семейное дело сыновьям, но двое братьев Михаила Константиновича погибли на фронте. А сам он дошел почти до Берлина. Будучи командиром пулеметного взвода, защищал Москву, освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. А победу встретил в 250 километрах от немецкой столицы в городе Хемниц.